субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь и снег. Температура воздуха днем 0 плюс 4 градуса, ночью 0 минус 2. Ветер преимущественно западного направления, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, утром снег, днем плюс 3 градуса, ночью 0. Западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем плюс 3, ночью 0 градусов. Ветер западного направления 7 метров в секунду. В Самаре тучи, небольшой дождь и снег, в дневное время плюс 2, ночью 0 градусов. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.